Здравствуйте, Следственный комитет. Что вы можете рассказать про Александра? Вы с ним общались? Можете рассказать, какие у вас были отношения? Он был женат. А вы с ним общались, кроме работы? А сколько он зарабатывает? А чего ж тогда он уволился? А вы тоже писатель? А как вы познакомились? Он вас не преследовал. А что он рассказывал вам на исповеди? Вы поссорились? А как он это пережил? Производил хорошее впечатление. Вас-то все раздражало. А он был жизнерадостным человеком? Может быть, что-то странное за ним замечали? Все раздражало. Молиться за него можно? Что бы вы ему сказали? Раздражало. Может, еще что? Раздражало. Можете что-нибудь еще о нем рассказать?